Вооруженные силы Украины заявляют о заметных успехах в наступлении в Донецкой области. В сводках Генштаба говорится о сдвижении линии фронта на Авдеевском направлении. До этого военные публиковали видеосвидетельство перехода под контроль Киева села Благодатное в 70 километрах к востоку от Донецка. Назначенная Россией администрация Запорожской области сообщала об ожесточенных боях в этом районе и о временной утрате контроля над соседним с Благодатным поселком Нескучное. Москва заявляет о начале украинского контрнаступления, которое Киев анонсирует уже несколько месяцев. Это подтверждает Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны. Украинские власти это опровергают. На фоне сообщений об активизации наступательных действий ВСУ, российское Министерство обороны потребовало от бойцов всех военных групп, участвующих в операциях в Украине, заключить армейские контракты. ЧВК «Вагнера» уже ответила категорическим отказом, заявив о неэффективности военного командования.